Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня немецкий сервер. Попробуем сегодня зафармить все-таки 3 этажа. Посмотрим, как пойдет. Но это фарм. Сейчас я вам покажу офигенный, опять же, фонтан и опять подгон для бездонатов на немке. Ну вот, это не может не радовать. Плюхи, которые здесь дают. В общем, сегодня дали нам, даже пусть будет, но все равно дали, один сундук первый, один сундук второй, 3 монетки. Теперь поехали, посмотрим, что можно за эти плюхи забрать, собрать. Так, не могу опять открывать. Не хватает места. Дофига очень плюх. Сами кипа чуть-чуть копятся. Такс, поехали. Так, забираем 10 камешков с календарика. Так, это донатная. А это что такое? Магазинка. Вот такая себе. Островок сегодня здесь последний день. И вот опять же, смотрите на вот эти вот плюхи. Нам дали как раз таки, дали 3 монетки бесплатно. Но здесь есть шанс улучшить монетки и так. Ну, получить их. Можно дособирать розу, у кого нету. А кого нету, просто шмакаете вот так вот и забираете. Дополнительно осколки огника и дополнительно осколки на мэри, ребят. Посмотрите, ну... Хоть и один осколок падает, дуэлянт. Но это просто вот... Что я могу сказать? Это кайф, это трэш. Это немецкий сервер. Вот так вот, вуаля. 1.3. 14 часов. То есть один раз только он будет. Насколько я понял... Поэтому не пропустите. Это не так, как на некоторых серверах пару дней. Вот на немке там 3. Ой, не на немке, а на Тайване. На Тайване. То есть дали возможность дособирать еще какие-то дополнительные осколки. Это круто. Так, поехали, пооткрываем эти сундуки, чтобы они нам не мешались. Это реально кайф. Такс. Я дошел этим аккаунтом не прокачанным, только 140 левела героя, без особо скиллов прокачек. Сами видите, куда залез. Так, есть у нас и землеройка даже. Ну, дофига героев есть, но они не прокачанные. Пиковку попробуем. И Франка. Так, сейчас я попробую. Ну, хотя смысла, я все равно скилл не подниму. Только чисто разве что левел поднять. Так, роза. Архатма роза. Попробуем еще разок. Тут больше роль играют суперпэты, нежели сами герои. Вот чисто благодаря суперпэтам мы здесь и тащим. Ну, надо ворожей будет однозначно попробовать поднять. Просветы и сделать возможно эволюцию, но хотя эволюцию не хочется особо делать. Если две одинаковых пачки, чтобы ворожей включался сразу же, поставить ему ремочку хоть какую-то.
Ну, радует то, что я фармлю хотя бы, по крайней мере... Ой, вообще, смотрите, прикол. По крайней мере, хотя бы первые этажи. Какие-то странные пачки, честно скажу. Одинаковые. Надо еще смотры активировать. Я думаю, со смотром будет получше. Все-таки как-никак дополнительный будет мах. Так, я не помню, там у нас с какого он левела открывается. То ли у нас... А, там силы надо больше. Не хочу я силу качать. Не надо нам силу пока качать. Поехали. Так, попробуем. Блин, третий раз одна и та же самая пачка. Только левел чуть-чуть выше героев. Так, что у нас? Анубис все-таки слился, да? Или не, нормально вроде. Вроде пока держимся. Так, дерево, суккуб. Ведьма, драконы. Побежали, через центр сбегаем. Я думаю, мы их затащим. По крайней мере, есть стрелок. Хотя бы забирает энергию. Так, делаем подхил. Вот. Прошли первый этаж. Так, кто-то у нас уже слился. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе. Рейка. Не, ну 600 самов это гон, не буду я тратить 600 самов. Да, видите, не хватает. Мне бы сюда еще Фрей, был бы вообще бомбический аккаунт. Героев, единственное, наверное, кого здесь не хватает, это оккультиста. Но, в принципе, его можно было бы забрать, но ресурсов мне не хватит. Сейчас посмотрим, что по ресам. Ребята все пишут про немецкий фонтан, когда записываю как раз. Так, спасибо за инфу. Так, поехали еще разок. Блин, опять потеряли стрелка, но прошли на следующий левел. Видите, не хватает отхила ворожая, чтобы ворожай у меня сразу включался. Это будет самое оно. Так, ушатали у нас ПБшку. Ну, попробуем продержаться. В принципе, у нас тут роза хорошая. Махатма хорошая, они могут и соло ходить. Не надо здесь и Фреи даже, в принципе. Можно пробовать и нужно пробовать. Так, Ронин. Попробуем сюда и пройти. Вот смотрите, что Махатма с Розой делает. Просто творят чудеса. Роза кайфовая, что она процентуальный дамаг наносит. Вообще тема классная. Так, 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 так. Сердцеедка. Блин, тут, конечно, нас, наверное, сейчас сольют. Хотя, если Роза включится... Ай-яй-яй-яй-яй, видите, не хватило все-таки. Так, ну у нас есть один сундучок, можем его открыть. Тут у нас будет расходник, отлично, поехали. Я думаю, к следующему разу я уже подготовлюсь более основательно, прокачаю, наверное, все-таки просветы и поставлю эмблемы. Чтобы не сильно увеличивать левел, не хочется. Нифига себе. Да ну нафиг, вот это Дрейк. Видите, стоит опасаться Дрейка все-таки.
нежели остальных. Так, Ронин Вольт. Да. На чем мы сегодня не пройдем, они хотят сказать. Давай, розочка. Отлично. Красавица. Так. Чем дальше, тем интересней. Душек. Блин, эти энергию позабирают. Попробуем сюдой. Тут, конечно, тоже, я думаю, без вариантов. Тут уже супер пэты 16 левела. Они просто тупо будут выносить. Вот так вот. Сегодня у нас не получилось дойти второй этаж. Надо все-таки немножко прокачать героев. Не хватает прокачек. Есть тоже пределы какие-то. Не можем мы фармить три этажа такими героями. Они просто тупо... Смотрите, первый левел. Вот единственное, кто стрелок у нас, но все без прокачек. Скилл здесь прокачанный. Надо просветы прокачать и поставить эмблемки. Эмблемок у меня здесь хватает. Единственное, нету ремок. Вот я не знаю, что с этим делать. Ремок у меня до сих пор здесь нет. Это печально. Ну, будем пробовать фармить, что делать. Будем ставить воодушевление, как вариант, тоже будет быстрый набор. Думаю, пару секунд должно нам хватить. Так, что у нас картинка слетела? Слезла. Вот такие вот, ребятушки, дела. Ну, в принципе, более-менее относительно фармим. Все, пишите комменты, что вы думаете по поводу топового фонтана. Ну, это реально пушка. Всем удачи, всем пока.